Для меня победа 45-го — это не просто чье-то воспоминание. Это намного глубже. Это история целого поколения, которое пережило голод, геноцид, миллионы смертей. А ведь эти люди, как и мы, хотели делать свое дело, любить любимых, просто жить. Я сам решил, что хочу быть ближе к той войне, ее переживаниям и боли. Ведь это свершение, над которым не властно время. И это помогает мне любить свою мирную жизнь, ценить свое здесь и сейчас. Та победа — это победа над стереотипами. Тогда и сейчас. Она показала миру, что не всегда побеждает сильнейший. Упорство и безумное желание продолжать жить по своему сценарию оказалось весомее чьих-то грандиозных планов. И мир оценил. Он аплодировал стоя. Победа Великую Отечественную принесла надежду. Показала, как каждый из нас ценен. Насколько мир важнее, осознаннее, понятнее войны. И это то, что не хочется оспаривать ни при каких обстоятельствах. Эта история войны и победы намного ближе к нам, чем может показаться. Это история борьбы, мотивации, силы духа и в конечном итоге победы над, казалось бы, непреодолимыми обстоятельствами. Столько лет прошло, а победа наших в 45-м всегда символ любви. Она учит верить, просто, по-детски, даже когда все казалось нереальным, невозможным, немыслимым. А еще та победа умоляет помнить всегда о тех, кто отдал жизнь за жизнь, твою и мою.